Гуглянем IGM, what the fuck? Гуглянем. Как-то в метро встретил слепого человека, ему явно была нужна помощь, и я подошел, но он попросил меня отвезти его в конкретное место на платформе. Я запутался и не был уверен, что поставил его там, где нужно, ибо он объяснял понятно для слепого, но не для меня. И когда я уходил, понял, что все-таки отвел его не туда. Подошел еще раз и отвел куда нужно. После чего он сказал: «Спасибо, что исправился, а то всякие идиоты вечно приводят меня не туда, и я не знаю, где я». Бля, бедный дед. Ну, это не... это... Красиво, кстати. Нихуя, бля. Шок-контент. Привет, Рота. Так. Рикошетом, да, блядь. Блять, почему столько багов в ней? Help me. Вау, мы осуждаем, блять. Съебался, блять. А он улетел куда-то или? А не, он остался. Пасхалки добьем? Да, добьем, я думаю, сегодня. Пасхалки, думаю, добьем, чатик. Battlefield? Battlefield? Да, уже сделали ставку Нью-Джерси. Nope. Нехуй, блядь. Nope. Консольщики. Он на консоли играет. Fuck you. Консольщик в команде. Горе в семье. Консольщик. Пока только Arkham Asylum или Ро. Сегодня еще глянем, кстати говоря, обзор у нас от Сета, если он там остался у нас. Что имеешь против игроков на консолях? В шутерах имею много чего. А, это Зельда. Не, я потом их выложу, Рус, на свой канал. Но, блядь, знаете, честно сказать, у них мало багов. Так что... Это еще простительно. PUBG.
Так, и что? Ой, лол! Ой, лол! Как правило, у них отдельные сервера, и они не пересекаются. Вообще-то не могут пересекаться, если что. В этом нюанс. Мы говорим про колду. Ой, бля, нихуя, что это? Ебать, крепота! Battlefield. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье. Я сгорю ко мне лицы. Засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Тебя сам трахну, ублюдок. Анонист, чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Привет, Никита. Все? Ладно, нормальный видос. Нормально, не говно было.